А на ткач. Девица известная всей Украине с 2013 года, с момента победы на конкурсе «Голос Дипи». И сразу же появилась на сцене джазовых концертов, фестивалей, в объятиях и направлении Юрия Кузнецова. Сегодня Анне аккомпанирует ансамбль Алексея Петухова. И это творческий эксперимент за очень короткий срок, созданная программа и возможность вновь показать Анну Ткач, фаворитку, юную фаворитку Юрия Кузнецова, который вывел ее на большую сцену и таким образом укрепил веру в себя, легкую, большую концертную жизнь. Итак, Анна Ткач и ансамбль. Thank you.
Yeah.